В Заводоуковском городском округе в этом году газифицируют 4 села. Сегодня из 47 населенных пунктов газ есть в 25. Так, в рамках исполнения программы газификации Тюменской области голубое топливо заведут в Плюхино, Яковлево, Колесниково и Сунгурово. В последнем строительно-монтажные работы уже идут на 3 участках. Нужно вывести 131 подвод к домам. Протяженность же самого газопровода составит более 5,5 километров. Дальше будет присоединение к действующему газопроводу, а именно крановый узел, находящийся между городом Заводуковском, село Новолыбаево и село Сунгурово. Ориентировочно работы планируем закончить до конца квартала 2024 года. В округе продолжается и программа догазификации. На рассмотрении более 1000 заявок для потребителей, желающих подвести газ. Главное условие – иметь документ о праве собственности или аренды на земельный участок и дом. Поэтому многим приходится оформлять документы, дооформлять. Ну и в этом случае мы тоже оказываем содействие гражданам, консультации ведем. Также хотелось бы напомнить, что работает программа по возмещению затрат, то есть субсидирование отдельным категориям граждан, льготным, в размере до 130 тысяч на внутридомовую газификацию.